сожалению, в настоящий момент все линии заняты. Попробуйте перезвонить позднее. Попробуйте. Сообщение 280. Не могу установить связь. Начинает поступать сообщение с места событий, пока противоречивые, но ясно одно. Одновременная атака с лунным. Не исключено, что мы стоим на пороге Третьей мировой войны. Русские скопировали модуль автоматической системы контроля. Могут открыть любой замок в Америке. И они намерены отомстить за каждого убитого в Москве. Похоже, у нас совсем не осталось друзей. Я знаю его. Надо найти таксофон. Они еще существуют? Нам удалось узнать, что единственный человек, которого Макаров ненавидит больше, чем американцев, сидит в тюрьме. Это все, что у нас есть. Если этот бандит – наживка для поимки этого психопата, туда ему и дорога. Приближаются ополченцы. Около 200. Заходят с двух сторон. Попробуем пробиться к площадке. Вперед. Арокос. Курица о нем позаботится. Огласен. Николай, мы наверху в трущобах. Ополченцы окружают. Гони вертушку в крышку. Как понял, прием. Ладно, приятель, скоро буду. Всем приготовиться. Оружие к бою. Контакты на земле. Прямо по курсу. Начинаем. Надо пробиться к вертолету. Иди через ворота на рынок. Берем. Контакт. На крышах. Восходят с юга. Эмо. Контакт. Идут по земле с юго-востока. Есть контакт!
Давай сразу! Не успеете, тут на подходе еще группа ополченцев. Подождем, вперед! Слишком опасно, не рискну садиться. Николай, отбой! Ладно, жду вас там. Удачи! Налево! Налево и прыгай! Давай!